В Люберцах чествовали человека труда. Торжественное собрание прошло в администрации городского округа. По традиции, лучших работников предприятия отметили благодарностями и грамотами. На празднике побывали и мы. Юрий Старичков – токарь со стажем. Трудится на заводе «Звезда» более 30 лет. Признается, пробовал сменить место работы, но все равно вернулся на родное предприятие. Несмотря на сложившиеся стереотипы, профессия токаря не такая монотонная. У нас, допустим, в цеху каждый раз что-то новое. Детали постоянно меняются, то есть они разные. Никак не серийки одно и то же каждый день. А там все не одно, за другое. За добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие городского округа Юрию Старичкову вручили почетную грамоту главы Люберец. В этот день благодарностями и нагрудными знаками наградили лучших работников, учителей и врачей, токарей и водителей. В своем поздравлении глава Люберец отметил, несмотря на пандемию, в 2020 году предприятия округа наращивали производство. Появилось 1900 новых рабочих мест. Мы гордимся тем, что мы проживаем в Люберцах и наших поселках. Мы гордимся своей историей, потому что по праву мы можем сказать, что город Люберцы – это город трудовой славы. Мы за это будем еще бороться, мы можем это и доказать. Почетные грамоты и благодарности губернатора Московской области лучшим работникам люберецких предприятий вручил куратор ЦУР муниципального образования Роман Терюшков. Он отметил, что ни одно предприятие не сможет развиваться без людей, которые на нем трудятся. Хочется сказать каждому, кто занят во всех отраслях городском округе, большое спасибо за то, что вы делаете. Наверное, здесь отдельное спасибо хочется сказать нашим педагогам, учителям, которые подготавливают, социализируют наше будущее, будущее городского округа Люберц, Московской области, Российской Федерации, для того, чтобы они достойно несли то знамя, которое мы им передадим. И городской округ развивается, конечно, благодаря каждому человеку труда, который здесь живет, работает, трудится. Завершилось празднование Дня труда концертом. Его подготовили творческие коллективы округа. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.